Салаты на скорую руку – это решение многих проблем. Когда вам нужно быстро сделать салатик к ужину или для перекуса, самое время вспомнить о рецепте, как приготовить быстрый салат из огурцов. Вкус этого салата отличается от того, если бы вы просто нарезали огурец. К нему добавляют уксус, что создает эффект маринования, поэтому у огурцов характерный вкус. Вам потребуется лишь смешать все ингредиенты, и можете сразу подавать. А если оставите так овощи еще чуть дольше, то вкус будет больше похож на маринованные огурчики. 1. Вымойте огурцы, нарежьте их тонкими ломтиками. 2. Вымойте несколько стеблей зеленого лука и нарежьте мелко. 3. Очистите зубчики чеснока и измельчите на мелкой терке или с помощью чеснокодавки. 4. В миску выложите огурцы, добавьте лук и чеснок, перемешайте. 5. Добавьте лавровый лист, оливковое масло и уксус, по вкусу соль и черный перец молотый. Еще раз перемешайте. 6. Подавайте салатик сразу, но можете оставить его ненадолго и подать чуть позже, вкус от этого станет только лучше.